спасибо, давайте аплодисментами проводим парней. И следующая пара у нас готова уже. Ребята доэкипировываются, залетают и показывают хорошие результаты. Если им повезет, тоже что-то в песках здесь можно найти. Пару интересностей, не будем уточнять каких. Так, Козлов. Следующая пара, погнали, Денькин Ваня, Козлов Вячеслав. Козлов Вячеслав, Денькин Ваня, ждем вас все вместе. А где он? Так а что ты спишь, давай ныряй. Дамы и господа, эта стрелка, это уже 12-й бой по счету, впереди еще 8. Будет зрелищно, интересно, с невероятным накалом. Послушаем, что скажет парень. Давай микрофон. Подожди, подожди, это у тебя на спине отче наш. Серьезно, привет, представься, расскажи о себе. Всем привет, меня зовут Иван. Я сам из Москвы. Занимаюсь спортом конкретно, вообще нету такого, чтобы так чисто любитель. Для себя как бы люблю позаниматься, потренироваться. Ну, это мое как бы с самого детства. Что значит твой иероглиф на левой груди? Сила и мужество. Здесь сила и мужество. А на спине моя татуха, она от меня как бы отгоняет моих, можно сказать, врагов. Оберег твой, да? Того, да. Все, Вань, прозвище какое будет? Банкир. Да? Ты в банке работаешь или стремишься в банковскую сферу? Нет, у меня просто фамилия, деньги. А, все, бабки, деньги, банкир. И выскакивает он сегодня против... Привет, против кого? Инкассатора. Еще раз. Вячеслав. Вячеслав, прозвище. Сява. Сява, чем будешь побеждать, чем будешь удивлять сегодня? Пока еще не знаю. Еще не придумал? Ладно, ринг покажет, Слава! Передаем их твои сильные руки. Сначала передадим Капу, вывозим вперед, а потом уже... Отбиваемся. Перед этим я жду. Потому что на зубах экономить не надо. К тому же, если даже нет половины, другая половина должна остаться целой. Но не за мой, не за мой. На середину! Не прыгай. Итак, парни, боксы на ринг. Следующая пара, Рамазан Мавердиев и Артем Башмаков. Слушай меня внимательно, у вас 10 минут чистого времени. Руки пожали. Молодым! Готов? Готов? Время! Поехали! Слава, уже! Слава, давай! Не зажимайся! Вот руками работаем! Вот! На сало! Стой, стой, стой! Стоять, стоять, стоять! Вот, ноги, ноги закинь, ноги закинь! На него, на него, на него! Ноги, поджми его, ноги! Вот, держи, поймал, красава, держи! Ногу держи! Ногу держи! Ногу держи его! Поводи! Свипни, свипни! Брат, держи его! Давай, папа, смотри! Сейчас буду менять. Скажи, он меня подхватит, а я могу перейти. Давай, не трать на этом силы! Окей. Держи просто, сейчас подниму. Сейчас подниму. Давай, делай кувырок! Переворачивай, Слава! Иммуниции не хватает! Да. Садись на него, садись! Колено поставь, колено! Поставь, вытягивай шею! Все, дыши! Ноги под ноги закинь! Вытягивай! Давай! Иди ко мне, родной, тебя обниму! Братишка! Рамазан Мавердиев и Артем Башмаков, готовься! Снимай, Габ. Парни на середину. Стремление и динамика. Поединок был динамичный. Заслуженная победа. Аплодисменты удушающим приемом. Забирает Вячеслав. Держи, а, Ваня, не расстраивайся. Давай пару слов впереди. Да? Сейчас до тебя доберемся, конечно. Все, держи. Слушай, ну это было оперативно. Улучшил позицию, задушил пару слов после боя. Хочу передать привет маме и папе. На этом все. Все, отлично, мама, папа победил сегодня. Давайте
зубы, на! Ох, Вань, ну что случилось-то? Можно еще один бой. И что, в следующем году тогда ты готовься, чтобы не повторился результат этого? Сходу, конечно. Подготовки не было никакой вообще, я с отпуска приехал. Ну, с корабля на бал ты, да, ворвался? С того, да. Ну, не жалею, не жалею. Хотелось бы еще сегодня один. Все, сегодня уже, наверное, не получится. Готовься, в следующий раз обязательно победа будет за тобой. Держи кулачок. И вперед восстанавливаться. Итак, следующая пара бойцов. Рамазан Авердиев и Артем Башлатов.